Многофункциональный аккумуляторный инструмент Black & Decker Multi EVA MT218KB позволяет выполнять разнообразные работы в домашних условиях за счет применения специальных сменных насадок. По сути, в базовой версии пользователь приобретает эргономичную рукоятку с мотором, к которой подключается насадка-шуруповерт и аккумулятор. В комплект поставки также входит второй аккумулятор и зарядное устройство. Применяются литий-ионные аккумуляторы с рабочим напряжением 18 вольт. Поворотная муфта позволяет выбрать крутящий момент при работе с шурупами или установить режим сверления с постоянным усилием. Триггерная кнопка включения дает возможность выбирать нужную скорость вращения за счет дозированного усилия нажатия. Над эргономичной рукояткой расположена кнопка выбора направления вращения. В основании ручки встроен светодиод для подсветки рабочей зоны. По мере необходимости арсенал насадок можно расширять, докупая необходимый вариант. Для установки насадки сначала, в целях безопасности, отсоединяем аккумулятор. Затем нажимаем отпирающую кнопку сверху, отсоединяем установленную насадку и на освободившееся место подключаем новую. Как правило, для включения инструмента требуется сначала снять его с предохранителя. Для сверления в кирпичной кладке доступна насадка «Ударная дрель-шуруповерт». Для закручивания оснастки большой длины или диаметра в дерево или сталь доступна насадка «Импульсный шуруповерт», также называемый винтовертом. Для линейного или криволинейного чистового реза дерева применяется насадка «Лобзик». Для прямой распиловки древесины доступна насадка «Циркулярная пила». Для обработки кромки древесины или выборки пазов можно использовать насадку фрезер с соответствующей оснасткой. Для шлифования, зачистки и реза в труднодоступных местах удобно воспользоваться осциллирующей насадкой. Накачать воздухом шины велосипеда можно при помощи насадки компрессора. В продаже доступен еще и проводной многофункциональный инструмент Black & Decker Multi EVA MT350K, оснащенный более производительным мотором мощностью 300 Вт. К нему подключаются все те же насадки, которые доступны и для аккумуляторного варианта.